Через основную аллею проходит под землей Аульский водовод, а это является основная артерия водопровода по городу. Проектировщикам было заложено усиление основания в виде железобетонной плиты. Плита выполнена из бетона марки 400 и 200 и армирована композитной арматурой для того, чтобы этот бетон надольше сохранял свою прочную нагрузку. По этому же бетону выполнена укладка тротуарной плитки, которая опять же также является 80 мм. Она является хорошей плиткой для несения нагрузки тот же технических транспорта, там, водоканала, любых обслуживающих автомобилей, там, любых организаций. Там, вплоть до того, что там, пожарные автомобили тоже могут спокойно заехать и, как говорится, устранить какие-то там ЧП, происшедшие на данной территории. Так что проектировщик заложил такие основания, мы выполнили, и дальше по проекту выполняем вот эти все нюансы. Это укладка хорошего основания, потому что и грунт тоже в данной части парка, он является водонасыщенный, и это тоже является как бы проблемой для того, чтобы плитка сохраняла свою надежность. При этом еще проектировщик предусмотрел водоотвод со стороны гаражей. Как раз вот в третьей очереди у нас есть часть данного проекта. Мы вот планируем выполнять этот водоотвод. Там есть специальный как бы разработанный проект для, при устройстве там, лотков, колодцев и с отводом воды, чтобы эта вода не попадала на территорию парка и не разрушала уже готовые аллеи и также благоустройство.